Друзья мои, приветствую! Сегодня у нас с вами очередной прорыв. Количество просмотров на нашем YouTube-канале перевалило за 3 миллиона. Для меня это большая радость и честь, и все это благодаря вам. Без вас не было бы таких результатов. И здесь, пользуясь случаем, я хочу отметить одну мысль, которой постараюсь вас вдохновить. Я помню, когда начинал свой YouTube-канал, для меня 7 просмотров было большим достижением. О том, чтобы было 3 миллиона просмотров, я таких мыслей даже не имел и не представлял, что это возможно. Но когда оглядываешься назад на пройденный путь и видишь себя в центре своей мечты, это доставляет огромное наслаждение. И также в любом деле, в нашем случае в игре на гитаре, мы начинаем с малого, и кажется, что для достижения результатов нужно пройти чуть ли не вечный путь. Но если ежедневно, шаг за шагом, дисциплинированно заниматься, совершать необходимые действия, то результаты не заставят себя ждать, и это будет приносить большое удовлетворение, удовольствие и радость. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную композицию. Это одна из вариаций романса Гомеса, всем известного, только не в ми-миноре я буду его исполнять, а в тональности ля минор. Это несложная аранжировка, табулатуру я предлагаю внизу. Занимайтесь и двигайтесь вперед, повышайте потихонечку уровень сложности, и все в вашей жизни получится. Приятного прослушивания. Thank you.